А мы продолжаем вас знакомить с интересными людьми и интересными компаниями. Здравствуйте, давайте знакомиться. Добрый день, меня зовут Тимур, компания «Мегаполис», Ростов-на-Дону, экспортеры. Расскажите, пожалуйста, что вы экспортируете? Мы самые первые начали транспортировать рыбу и морепродукты, также включительное мясо, именно в страны таможенного союза. То есть компания одна из первых, которая начала именно туда, в Украину, работать. И на сегодняшний день работаем не только именно с Украиной, работаем с Азербайджаном, Грузией, подключаем сейчас новые контракты, у нас приходят запросы с Африки и Арабских Эмиратов. То есть и помимо именно экспорта в крупных объемах, развиваем именно мелкорозничное направление в торговле. Это очень интересно. Расскажите, пожалуйста, ваше впечатление от выставки. Может быть, наша бизнес-часть вас как-то впечатлила? Касаемо выставки, я могу сказать так, то, что я здесь пробыл именно с самого начала, то есть по сегодняшний день, по ее завершению 24 числа. И могу сказать, что именно самые впечатляющие были выставки. Это первый, второй день. Там, если не ошибаюсь, это 22 число. Очень запомнилась мне ярко выраженная такая была конференция, где сидели представители «Магнит», именно сети «Вкусвилл», русской рыбной компании «Екатерина». И здесь была выставка в этом другом зале «Белая дача», «Метро», директор именно группы компаний, представитель, и сидел производитель немец именно молока с брендированием. Вот это вот именно что запомнилось. Но хотелось бы отметить, что идет очень сильная дезинформация касаемо именно в первоначальной выставке, где была в 15-м зале, проводилась. То есть рассказывалось о том, что, если вы в курсе, может быть, вы слышали, что идет сейчас большой вылов горбуши, икры идет достаточно, и будет очень много рыбы. Приезжал премьер-министр Мишустин на Сахалин, сказал, что все будет отлично. Но на сегодняшний день компании все именно крупные Дальнего Востока продали икру в ЕСТКах, в Японию и Китай на экспорт. Зафиксировалась цена именно икра на мороженое на ЕСТК. И на сегодняшний день, к сожалению, никому не получится покушать дешево горбушу и покушать дешево икру. Цена на сегодняшний день идет стремительно вверх. То есть рассказывалось, что идет будет низко, все будет прекрасно. И касаемо, также хотел бы отметить момент, что рассказывали именно касаемо маркетинга и продвижения по компаниям, так как разные компании начали делать маркетинг, рекламу, пиар, то есть через социальные сети, «Магнит» отправляет именно месседжи и так далее. И я им решил задать вопрос неуместный, им, конечно же, не понравилось, что именно. А вопрос очень такой был простой. Они не смогли ответить на этот вопрос, так как они даже не были компетентны. Мы можем зайти в интернет, в Safari, посмотреть, что в 2021 году Тинькофф банк заключил с «Магнитом» договор на карту, именно кредитную, кредит в продукту. То есть сейчас в скором времени именно потребители покупают еду в кредит, то есть именно через карту «Магнит». И об этом мало кто, соответственно, знал. То есть что бы я бы хотел бы мог сказать еще касаемо именно розницы, потому что в рыбной сфере деятельности уже, то есть, более 5 лет, и начинал я от продаж от коробки и до машины, то есть торгуем. И могу сказать именно всем своим клиентам, коллегам, затужить пояса, копить, откладывать деньги и надеяться на лучшее. Будем все дружно надеяться на лучшее и надеюсь, хотя бы следующий год подарит нам огромное количество изобилия рыбы и все насладятся ей по хорошей цене. Да. На сегодняшний день очень большое количество речной рыбы будет у нас, то есть ловиться Ростов, Азов, Таганрогский залив, потому что эта рыба не была именно затронута всеми, и ее очень много. Именно речную рыбу будем кушать, так что я сейчас собираю именно в этом направлении, также в крупном опте. Спасибо большое. Все, спасибо вам большое. До свидания.